Шалом, мир Божий. Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Братья и сестры, всех вас приветствую и благословляю именем Господа нашего Иисуса Христа. И поздравляю всех вас с 4 июля. Поздравляю верующих, людей, боящихся Бога, христиан разных конфессий, а также и людей, которые на пути к вере, может быть, еще в Бога. Но сегодня, именно когда мы празднуем 4 июля, День независимости Америки, мы говорим, что действительно Бог совершает чудеса. Один народ под властью Бога. Это идея, которая взволновала сердца вчерашних колонистов Новой Англии. Знаете ли, действительно из пробуждений, духовных пробуждений, спасения тысячи-тысяч людей на новой своей родине, духовного перерождения такого, родилась и великая идея. Поначалу, конечно, со времен пилигримов первых, наверное, я так полагаю, что большинству из них, приехавших туда, к берегам своей новой родины, даже было, и, наверное, невдомек, что родится новое государство. Потому что, собственно, пилигримы те, что еще в 17 столетии приезжали туда, к берегам, как мы говорим, Новой Англии, будущих Соединенных Штатов Америки, тогда они, собственно, спасали свою жизнь, потому что в старушке Европе, к сожалению, чего греха таить, но верующим христианам, евангельски верующим, библейски верующим жилось очень-очень несладко, очень даже горестно, потому что, к сожалению, пробуждение духовное в Европе, оно затаптывалось безжалостно, безбожно затаптывалось тогдашней религиозно-политической мафиозной системой католицизма тогдашнего. И, в общем-то, хотя реформация началась еще в 16 столетии, и, знаете ли, это была заявка о возрождении христианства, того христианства, которое было действительно рождено Христом на Голгофском кресте, то христианство, которым жили первые поколения христиан именно в вере, в святости, в чистоте, и от которого стали, к сожалению, последующие столетия отходить. Я думаю, что тоже это многим из вас понятно, но начался с 4-го столетия, с 5-го и дальше столетий процесс, как мы еще называем это, деформация христианства или же деградация христианства. Это было время, или как греки называют, апостасия, то есть отступничество такого началось эпоха. И с того самого времени Константина Великого, 4-го, 5-го, потом столетия 6-го столетия, Юстиниан уже великий. Собственно, вот с тех императоров, с тех вот цезарепапистов, которые, знаете ли, закабалили церковь Божью, как Александр Веденский, один из лидеров обновленчества, говорил еще 90 лет тому назад, и попала, говорит, птица царства Божьего в золотую клетку государства. Вот так оно и получилось. Цезарепапизм – это было рабство, это была неволя. И вот это рабство, этот цезарепапизм, он сделал возможным самое большое в истории отступничество, самое грандиознейшее в истории цивилизации отступничество народа Божьего. И это, конечно, было ужаснейшим событием. Исполнились страшные пророчества Христа о своем царстве, где он говорил, что не только хорошее семя будет расти на поле, огороде царства Божьего, но много и сорняков будет брошено врагом, когда проспят бодрствующие и те, кто должны бодрствовать. И вот, конечно, более подробно я об этом рассказываю в лекциях своих по истории христианства, но сейчас 4 июля хочу вспомнить события другого рода, потому что после начала реформации, если отступничество продолжилось так или иначе до времени предтечи реформации и особенно до того самого благословенного 1517 года, когда в октябре 17 года, начало 16 столетия, когда грянула Великая Христианская Октябрьская Реформация, когда Лютер прибил тезисы, 95 тезисов к дверям Виттенбергского собора и совершилось великое чудо. Из этой искры разгорелось огромное пламя пробуждения
спасения духовного, спасения миллионов и миллионов людей, называвших себя всю жизнь христианами, но не переживавших до того спасительного возрождения благодати Духа Святого. И действительно, это было чудо. Хотя, как и любое действие, оно вызвало, конечно же, большие противодействия. Реформация в Европе вызвала противодействие, контрреформацию. Мы вспомним печально известный Тридентский собор, орден иезуитов, войны, потому что католические головорезы пытались оружием в руках заставить народы Европы снова в клетку сесть, вот этого оккультизма, клетку безбожия, клетку попизма. И это было ужаснейшим событием, конечно, но потекли реки крови. Те протестанты, те реформаторы, что были пацифистами, вот в частности голландские, они просто погибали, как жертвенные агнцы. Испанские солдаты, потом уже бытность уже дома, уже вспоминали такие эпизоды, как тысячи девушек в подневечных платьях, они сходили в эти овраги, яры, эти рвы с песнями, псалмами духовными, их же закапывали палачи католические, и еще сутки, двое, трое оттуда из-под земли были слышны словословия Христу, гимны Господу умиравших христиан. Амстердам, Роттердам были залиты кровью и многие другие города. Но не все протестанты были пацифистами. В частности, северогерманские, швейцарцы, слава Богу за Швейцарию, знаете ли, они подняли, взяли в руки меч. Они для защиты жизни, собственности, достоинства, чести, веры своей. И не напрасно они носили меч. Цари некоторые поднялись, правители тоже защищая протестантизм. И протестантизм отстоял право на существование. Люди отстояли право во многих странах, в частности в Германии, в Северной Германии, отстояли право на то, чтобы верить так, как сказано в Писании. Хотя еще много было противостояний, и в 17 столетии противостояния были настолько жестокие, преследования были настолько верующих жесткими, и даже в Англии протестантской, евангельские верующие, библейские мыслящие христиан принуждали идти против их совести, против их убеждений. Знаете ли, потому что Англия была, при всем, что она называлась официально протестантской страной, она была такой же цезарепапистской, знаете ли, блудницей. К сожалению, это было ужасно, но сильные века сего правители считали себя вправе на протяжении многих столетий, начиная с Константина Великого, распоряжаться тем, как, во что же будут верить христиане, тем, что есть Церковь Христова. И вот пилигримы достигли берегов Новой Англии, берегов своей новой родины, Америки, Северной Америки, провиденциально. Есть такая даже книга «Провиденциальная история Америки», потрясающая книга. К сожалению, ее нет на русском языке, но те, кто владеет английским, пожалуйста, не поленитесь, возьмите, почитайте эту книгу. Я думаю, что это очень сильно коснется вас. Я хочу издать эту книгу на русском языке, очень хочу. И если будут возможности такие какие-то, если вы издатель, и вы можете что-то доброе сделать для России, для русскоязычных здесь христиан и не христиан, вообще читателей, то помогите издать эту книгу. Это очень важная книга. Она исторически важная очень книга. В ней содержатся материалы, которые действительно способны перевести нас к переосмыслению своей истории собственной, истории Америки, вообще истории земного шара нашего, с евангельских, библейских позиций. Это архиважно. Господа, и вот там, уже на своей новой родине, первое, второе, третье поколение колонистов, они распространялись, они укреплялись на новых территориях, которые были фактически пустынью. Очень мало было населения, в отличие от Центральной Европы и Южной Америки. В Северной Америке было мало населения, огромная территория, незаселенная, пустыня этой, и лесов, гор, и переселенцы заселяли. Были, знаете ли, разные воззрения этих людей, но начались духовные пробуждения, которые меняли облик Новой Англии, этих колоний. И вот в благословенном 1776 году, 4 июля, была подписана декларация о независимости колоний как Соединенных Штатов Америки.
Это было чудо, одно из геополитических, исторических таких больших чудес божьих в истории цивилизации. Новая нация родилась из разных народов земли, но идеей стала именно нация, один народ, одна нация под властью Бога. Мы уповаем на Бога. Бог, Он является нашим хозяином, Господом. Пусть мы с разных народов, и даже порой разных наречий, и разных порой культур, и даже религиозных воззрений, но мы осознаем, что мы народ, нация под властью всемогущего Бога. И вот с того самого 1776 года много воды утекло. Но, господа, и по сей день восхищаюсь Богом, и многие миллионы христиан в разных конфессиях, разных народов восхищаются Богом, дивным во святых своих, дивным Спасителе нашим. Сегодня мы молимся за Соединенные Штаты Америки, о том, чтобы страна, основанная на Библии, на Писании, на заповеди Божьих, чтобы она не сбилась с курса. Сегодня, к сожалению, правители этой страны большей частью настроены антиамериканские, антихристианские. Но Господь да благословит всех христиан сегодня к молитве, и пусть пробудется нация под властью всемогущего Бога. Пусть сегодня Америка будет действительно рулевым. Пусть она будет сегодня действительно благословенной страной. Пусть Бог благословит Америку. Пусть Америка не сдает позиции своих в мире. Потому что Господь призвал через праведность возвыситься народу Америки, чтобы принести идеал, американскую мечту к разным народам на этой земле. Свободу, демократию, независимость. Благодаря Америке сегодня Бог помог многим и многим странам обрести курс такой на независимость, на демократию, свободу. И пусть сегодня Бог благословит Америку за это. Пусть Бог благословит сегодня всех молящихся за Соединенные Штаты Америки. Я благословляю США, благословляю всю Америку от Калифорнии до Нью-Йорка, от Аляски до Флориды. Пусть по всем 50 штатам, обозначенных вот этими звездочками, пусть по всем 50 штатам Дух Святой совершит великую работу, великое пробуждение во имя Господа Иисуса Христа. Отец Небесный, благослови Америку. Бог, благослови во имя Иисуса Христа Соединенные Штаты Америки, все 50 штатов. И благослови Господь сегодня Израиль. Благослови Господь Боже разные страны нашей земли, все страны. Россию благослови, Украину, другие страны мира. Боже, пробуди Господь Боже от сна греховного миллионы и миллионы людей, миллиарды живущих на планете нашей. Во имя Господа Иисуса Христа благословляю всех вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Господа Иисуса Христа. Слава Богу! С любовью во Христе Иисусе из Царского села, город Пушкин, город Санкт-Петербург, Россия. Сергей Жавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. 4 июля 2014 года. Мир всем! Шалом! Слава Богу!